Современное искусство – явление динамичное. Каждый день, отходя от традиционализма, мастера моделируют новые способы выражения. Паблик-арт – относительно юный жанр и, возможно, самый демократичный из-за минимальной дистанции со зрителем. Человек двигается по привычному маршруту от дома до работы и неожиданно попадает в арт-пространство. В Казахстане вот уже на протяжении 3 лет искусство в публичных пространствах популяризирует Оля Веселова, философ и куратор Евразийского культурного альянса через городской фестиваль. Он собирает самых талантливых художников страны и зарубежья, чтобы совместно с градостроителями и жителями отобрать лучшие работы для монументального украшения фасадов домов города – муралов. Муралы отражают сегодняшнюю действительность и социальные проблемы. За последние годы, в том числе в рамках фестиваля, были воплощены множество муралов, посвященных историческим личностям, городу, пандемии. Одна из ключевых тем, которая тревожит художников – конфликт человека с природой. Идея заключается в том, что сейчас мы вмешиваемся в общем-то, в природу, в структуру природы, в ее гармонию и разрушаем, да? И в последнее время это стало очень очевидно. Задача художника с помощью визуальных инструментов отобразить суть проблемы, гармонично внедриться при этом в городское пространство. Здесь я использовал, в общем-то, эффект 3D. Это искусство. Вот визуальная часть, она должна быть очень сильная. Если этого нет, это просто как картинка налеплена, как баннер. Еще один пример мурала с сильной визуальной составляющей и идеей – мурал «Бесконечность», выполненный с эффектом литографии или гравюры на фасадах старого общежития столицы. Проект был воплощен художником Бейбатом Асимкулом и куратором проекта Анваром Мусреповым. Мурал посвящен казахстанским женщинам, как хранительницам очага и источнику любви, терпения и нежности. Женщина символично показана в 2 образах, отражающих жизненный путь – невеста в высоком саукеле и зрелая дама в кимешеке. Для меня, как для галериста и как организации, которая обратилась к Бейбуту, для меня был очень важен контекст локдауна и того, что возросло количество домашнего насилия в период пандемии. Нам хотелось посвятить эти муралы именно тем женщинам, которые пострадали в период карантина, в период какой-то вот такой вот безысходности. Я посчитал, будет уместно, если работа будет немножко отражать еще и, так сказать, местность. Точнее, я имею в виду именно балконы. Там даже сейчас видно, что висят курпешки. Да, белье. То есть кто это все делает? Конечно же, не мужчины. Однозначно здесь рука 70% точно женщин. Работу по интеграции мурала в конкретное городское пространство проводит куратор проекта. Это важно учитывать место, форму здания, кто живет в этом здании, историю этого места и так далее, и так далее. Все эти моменты очень важны. Нельзя просто взять любой рисунок и перенести его на здание. Нужно провести исследование. Исследование – это главная часть моей работы. Важной составляющей мурала – отклик и связь со зрителем. Примером такого народного мурала стал проект, посвященный Дню столицы. Он обрел известность не только в Казахстане, но и за рубежом. И получился вот такой образ девочки, которая своими ручками рисует на фасаде теплые слова о городе, в котором она живет, какие-то знакомые ей пейзажи. И мы очень рады, что это откликнулось горожанам. Так получилось, что этот мурал как бы стал вирусным в Инстаграме. Паблики сами начали размещать фотографии этого мурала, интересоваться, кто авторы. И потом это такой характер уже приобрело лавины, можно сказать, потому что нас разместили иностранные паблики, российские, английские паблики. У нас разместил один из горожан в Мехико, в Мексике. И это то, что мы, о чем мы вообще никак не могли думать и спрогнозировать, что где-то на другом конце земли человек как бы разместит у себя на страничке эту работу.
Еще одно проявление публичного искусства – арт-инсталляции. Это пространственные композиции, созданные из различных материалов и объединенные общей творческой идеей. Арт-инсталляция «Третий рай» в сердце столицы на площади перед Аккордой стала воплощением глобальной идеи. Автор – итальянский художник и философ Микеланджело Пистолетто. Сотрудничество с художником Микеланджело Пистолетто началось еще в прошлом году, когда мы показали его работу на коллективной выставке «Пересекая галактику». Очень понравилась эта работа и само творчество Пистолетто, за которым я слежу уже последние 10 лет. И мне захотелось расширить свое сотрудничество с этим художником. Мы связались с его фондом, который находится на севере Италии, в городе Бьелла. Фонд называется «Città dell'arte», что в переводе с итальянского «город искусств». «Третий рай» – самое важное произведение в творчестве художника, философия, к которой он стремился всю жизнь. Концепция произведения основана на формуле тринамиков – возрождение математического знака бесконечности и заключается в соединении первого рая, воплощающего природу, изначальный мир, и второго рая – технологии, искусственного мира, созданного человеком. В результате образуется третий рай – объединение природы и технологий, соединение противоположностей в третий символ, в третий круг, который создает новый баланс и гармонию. Концепция третьего рая реализовывается по всему миру, в самых прогрессивных и осознанных городах планеты – Токио, Париж, Милан. Теперь инсталляция побывала и на столичной площади благодаря команде «Артиос» при содействии ООН, посольства Италии в Казахстане и непосредственно фонда «Città dell'arte». But in the middle circle, actually, he tried to recreate this idea of how. Жить вместе согласно очень важному принципу – устойчивому развитию. И этот принцип был оглашен в Монреале в 1992 году ООН. И это, в общем-то, главный принцип нашей эры. Многие лидеры стран поддерживают и развивают свои страны согласно этому принципу. Нур-Султан становится из года в год городом, который создает город творческого молодого поколения, которое работает вместе для улучшения культурных взаимодействий. Глава государства Ельбасы всегда говорят, что нам необходимо войти в тридцатку развитых стран. Это касается не только экономического роста, само собой и культурного. Для нашего туризма, для популяризации нашей столицы, города Нур-Султан, это очень нужная и необходимая инсталляция. В каждой стране, где инсталляция выставлялась, проект реализовывается из разных материалов, которые сочетают национальный колорит и тему устойчивого развития и потребления. Мы решили сделать ее из войлока, так как войлок – это локальный материал, это материал, из которого делаются юрты. И мы украсили его баскурами, декоративными элементами, которые используются в юрте. И, конечно же, у этих баскуров, у орнаментов свой смысл. Проект «Третий рай» – только начало сотрудничества фонда «Città dell'arte» и казахстанской галереи «Артиос». Впереди образовательные программы, нацеленные рассказать о концепции «Третьего рая», отражающего принцип постоянного устойчивого развития во всех важных сферах. В кризисное время искусство, как живой и тонкий организм, реагирует на реалии раньше всех. Оно впечатляет, порой шокирует, заставляя взглянуть на вещи по-новому и почувствовать, что все мы часть чего-то важного. Вот и паблик арт, яркое проявление которого мы наблюдаем сегодня в Казахстане, вписывает всех нас в единый глобальный процесс.